У пассажиров автобуса 7-го маршрута в Саранске время ожидания транспорта может увеличиться еще на несколько минут. Причина не новая, кадровый вопрос. На этот раз грубейшая ошибка одного из работников муниципального предприятия привела к серьезным последствиям и могла закончиться гибелью человека. 21:40 напротив дома 14 по улице Рабочей в поселке Луховка 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автобусом МАЗ, не дожидаясь полного захода пассажиров в салон автобуса и закрытия двери, начал движение, в результате чего произошло падение пассажира. Водитель помогать 48-летней женщине не стал и поехал дальше по маршруту. Травмированную пассажирку доставили в больницу, где после оказания медпомощи отпустили домой с рекомендацией наблюдения у врача-хирурга. Скрывшегося водителя дорожные инспекторы нашли и задержали спустя несколько часов. У водителя установлено алкогольное опьянение. В отношении него составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КОАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», и части 2 статьи 12.27 КОАП «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является». Выпустить на линию пьяного водителя в горэлектротрансе не могли. Такую ответственность на себя вряд ли кто-то взял. А потому алкоголь в организм шофера с 24-летним стажем попал либо уже на маршруте, либо после ДТП. В любом случае, с карьерой водителя автобуса теперь придется закончить. Для муниципального предприятия, испытывающего кадровый голод, это настоящая потеря. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».